Ребятки, здесь даже вот на больших перекрестках, на пересечении таких трасс, как вон на Тверь. Думаю, такие ямины. Ну как вот тут? По правой полосе вообще ехать нельзя тут. Если жигуленок не пропустит. Мы здесь такие колдобины будем поблагодарить. Да, расстояние в 30 километров. Мы едем уже, наверное, час. Блин, самое обидное, что, как говорится, один раз проехал. И ладно, и забыл бы про эту дорогу. А это еще груженому здесь идти. Ну, правда, картон-то будет, я думаю, не тяжелый. Но один фиг, что здесь что пустому, что груженому идти по таким ямам. Просто. Блин, до поворота 2,6 показывает километра, 2 километра 600 метров. Но они такие тяжелые стали. Блин, а где объезжать? Только вот сюда еще уходить. Там вообще каналы. Ай-яй, блин. И это федеральная трасса в таком состоянии. Ужас, ужас. Я вчера небольшие кусочки такие захватывал. От Иваново до Ярославля, блин. Но они были не такие страшные, как здесь. Просто какой-то кошмар. Это просто какой-то кошмар. И что самое интересное, здесь даже ничего и не делается, хоть какие-нибудь засыпалки этих ям стояли или чего, или хотят ее сразу сравнять, хоть бы вырезали, блин, ямы-то. Так. Кому расскажешь, не поверят, а вот когда покажешь, и то, наверное, с трудом верится, что такое может быть. Начинает напоминать Кировскую трассу от Котельнича до Кирова, когда она была вот в таком же убитом состоянии. Мы эти 90 километров ехали по 7 часов. Все, мелкий походу уже напрыгался, а может и колесо пробил. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. Бляха-муха, тут самосвалы летят с мебелью с какой-то. Блин, хотел уйти в правый ряд. Давай-ка мы уйдем, побросимся. Ну, ему на таком-то можно вообще лететь с закрытыми глазами. Мы там с мусором-то. Ничего не страшно. Так, сейчас вроде как бы должны уже, ребятки, в город заезжать мы с вами. Должны мы в город заехать. На мосту, правый ряд занятый, дорожнички работают, левый проходной.
Все, ребятки, въезжаем в город сейчас. Сейчас дорожка будет шикарная. Сейчас дорожка у нас должна быть гораздо лучше. Но не настолько. Ну что, 5 километров осталось. Здесь у нас, смотрите, ребятки, дорожки все-таки ремонтируются. Да, вот недавно заплаток наставили. И это уже радует. Свернуть до завода нам осталось чуть меньше 2 километров. Да, виадуки, конечно, сделали это хорошо. Но пейзаж здесь обычной промзоны. Я думаю, что перед заводом-то все равно площадка-то должна быть. Не сразу же нам с лета заходить. Все равно надо идти пропуск выписать. Идти выписать пропуск. Переездики тут не айс. Уже обнаружен маломощный радар. Ограничение скорости 60. Проспект Октября 93. Какое-то складское помещение. А нам надо 85. Ищем, значит, площадочку сейчас для остановочки. Так, я думаю, что нам лучше сейчас встать и позвонить, потому что так можно и проехать проходную. Здесь мы сейчас пристанем, знаков вроде не было. Сейчас все выясним по телефону. Ну вот, ребятки, наконец-то я дозвонился. Нашел контакт водителя, который у нас сейчас там грузится. Поедем искать. Все равно где-то здесь сейчас местечко надо, говорит, найти только. Как обычно, это улица Производственников, на которую мне надо сворачивать. Она узкая. И надо искать карманчик. Хотя, по идее, у завода, у нормального, должна быть своя площадка, чтобы люди приехали, нормально встали, исходили, оформили документы на въезд. Или хотя бы уж тогда запускали сразу, а потом, когда бы люди заезжали на территорию, приходили бы, оформлялись, так и в некоторых местах и делается, если у них нет своей площадки.
Так. Вот сейчас у нас будет крутой поворотик на 90 градусов, да еще через трамвайные пути. Станем мы, будем ждать разрешающую стрелочку. Так, ну вот вижу, фуры стоят. Ребята, наверное, тоже приехали оформляться. И вроде как местечко тут одно есть. Сейчас мы сюда и встанем. Прям за фурой. И я так понял, что вот у них ворота-то, да. Прям здесь же и ворота въездные. М-да. Как всегда, место практически нет. Так, а что он не дожидался стрелочки? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, трамвайчиков нет у нас тут, зайчиков. Ёкарный мамай, придется здесь перегораживать все. А что теперь делать-то? Чтобы вот на этот завод заехать. Блин. Давай, место трамвая оставили. Пойдем сходим. Узнаем насчет документов, ребята. Потому что у нас тут места встать больше негде. Как хотят. Пусть где хотят объезжают. Так, ладно, ребятки, пойду я оформлюсь. И потом мы с вами продолжим. Так, ну вот, ребятки, я оформился. Сейчас мы заскочим. Заскочим. Название, да, такое. Заползем вот по таким ямам здесь, блин, объезжать. Заезд на завод. Еще легковых наставят. Как хочешь, так и проезжай. Так, ладненько, все нам тут одобрили, заезжай, но... Так, вот, ой, ярославский картон. Тут у них и картон, и бумага. Но территория здесь маленькая. Я тоже сейчас сходил, узнал на склад. Они говорят, как хочешь, разворачивайся, но к рампам не вставай. Вот наш... Стоит КамАЗик, ждет своей очереди. А рампы здесь у них, опа, надо пропустить с таким большим рулончиком. В общем, надо ехать туда, езжай туда, там где-то развернись и встань, не мешай никому. Вот мы так и сейчас и сделаем. Поедем, развернемся, отнесем документы на склад. И будем ожидать своей очереди. Передо мной еще, говорит, две машины, так что не спешим. Ну, как они сказали, к 3 часам. Ой, к 6 часам. Надо подъезжать. Так, и где тут мне разворачиваться? Интересно. Ну, если вот только сюда задницу занести. Да. Интересно. Попробуем. Что делать-то? Надо как-то выходить из положения, не крутить же пятака здесь. Да тут и крутануть-то негде, даже пустому. Ни перед заводом нет площадки, ни на заводе места нет, куда можно припарковаться. Вообще здорово. Как хочешь, так и крутись. Блин, там уже я в снег уперся.
чуть-чуть не хватает. Сейчас возьмем. Да, фиг там возьмешь полевее. Попробуем. Ту хвостом тут зацепишь. Кучу эту бумаги унесешь с собой. Пройду нам здесь-то. Человек тоже стоит и ничего не может подсказать. Так, здесь у нас хватит места. Условиях приходится выворачиваться. Все. Где-то здесь, говорит, паркуйся. Ну, сейчас где-то здесь вот и запаркуемся. Мужичок в каких-то темных очках чем-то недоволен ходит. Здесь тоже, блин, встанешь. А эту сейчас макулатуру, может, таскать будут. И будут у тебя шпинять туда-сюда. Давай отъезжай, давай подъезжай. Ну, давай сейчас сюда встанем, где ни входа, ни выхода нету. Ни въезда, ни выезда. Как-то так, чтобы потом там в яму не влететь. Тут тоже какие-то ворота. Не знаю, это они работают, не работают. Ну ладно, чё ж.